foarte, foarte bun. Am jucat cu multiple campioane în Cineva. Vreau să felicit echipa Sheriff cu victoria. Dar țin și să felicit și echipa noastră. Am jucat și noi bine. Din păcate, am văzut că am făcut ceva greșeli la goluri. Da, viața continuă, o munci. Asta este de istorie. Cred că mai departe, ne pregătim de următorul meci. Nu scapă tak, că нам нужна это была победа, очень нужна. И мы подробно анализировали, готовились неделю к этой игре. И за счет умственных способностей плюс желания и нашего качества добились сегодня положительного результата. У вас увеличился отрыв от второго места до 6 очков. Это придаст уверенности в игре или наоборот может расслабить, по вашему мнению? Мы готовимся от себя толкнуться. Поэтому нам важно побежать в каждом игре, а то, что они потеряли очки, это их проблема. Наша задача идти дальше и не спереть ни на кого. У вас сейчас получается отрезок 3 игры на выезде. Это придаст какие-то дополнительные сложности подготовки? Не скажу, что придаст какие-то сложности. Также соперник, будь то дома играем, либо на выезде, каждый соперник у нас будет настраиваться максимально. Поэтому каждая игра у нас будет очень тяжелая. We'll be right back.